Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую участников, организаторов и гостей второго межрегионального детского театрального фестиваля «Барто». Желаю всем участникам незабываемых впечатлений от этих фестивальных дней, организаторам удачи, а зрителям радости от встречи с самым искренним искусством поэтического слова. Первый провести может каждый, а второй пойдет. Я желаю фестивалю удачи и вам, конечно, всем участникам, хороших, теплых, плодотворных дней. Итак, мы все вместе говорим всем нам, и вам, и себе. Второй поэтический фестиваль «Барто» в Театре юных зрителей имени Брянцева открыт!